Привет всем, это исследователь. Небольшой обзор. Защитное стекло. Обычно их продают они по рублей по 300, дорогие 500. Может быть даже дороже, до 1000 рублей. Здесь вроде как бы, как будто сделано оно качественно. Вот такая картоночка. Тряпочки. Упаковка, вот такой полиэтиленчик, производитель Redline. Так. Но не подходит. По размеру меньше, чем стекло телефона, и противно это смотрится, идет граница такая страшенная, хоть оно и недорогое было, что-то там 300-500 рублей с какой-то мега скидкой, типа вообще за 100 рублей его продавали, но лучше вообще его не покупать, потому что хоть указана вот такая вот модель, но по ширине совершенно не то, на пол сантиметра меньше, чем нужно, и просто экран перекрывает. Так что если берете, то обязательно сразу мерите и возвращайте, если не подходит. На этом все, спасибо, до свидания, пока, ребята.